мужчины с женщиной. Романтика, романтика! Вбежали они на пароход, а пароход долго-долго превратился в поезд. Они хватит за стоп кран, а это пробка от шампанского. Пузырьки по руке словно под водой плывут. И тут приходит главный капитан и говорит: «Я изучил седые скалы над треснутых хрущевок». Наверное, патефон проглотил. Вот и ракочет теперь, бормочет. Ну, недолго они там были. Побежали целоваться, бегут, целуются. Удивительные глаза у них. Романтика, романтика. Прибегают в огромный город. Стоит дом, а под ним канава. А в канаве работает такое радио. И по радио говорят: «Мы перекрыли все каналы связи и обложили дегтем магистрали. И по канализации пустили золотые реки». Ну, дела. Бросили они в канаву 500 спичек и побежали дальше. А им навстречу птицы низким полетом. Виноградник на ходу вьет вокруг них вензеля. Мир густым басом поет, мычит. Роскошно движется земля. Лижет их ветер, как лондонский котенок. Да, нашли они потом огниво и неохватный клад с большой орешек. И постелили себе каштановое дерево. И спать легли. Устали от любви. Мужчина с женщиной, лежали и москвичка.